my luck.
I can't hold on much longer! You bastard! I need backup! I can't hold on much longer!
Oh, man. Just my luck.
I'm here. Hang in there. Die.
You wanna lift, buddy? Thank you.
Дядя, ты случаем это не мирный там, нет? Эко. Чего еще раз? Ты мне говоришь? Ну да, у нас по идее двое в катке. Да мирно, я не. Не, это больно. Кроме этих ботов. Ну у меня, если что, тоже квест на ботов, поэтому ты если увидишь кого-то с рукой и не бота, тогда не стреляй. Окей. Ты же админ, который или кто? Да, 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 админ. Все, тогда окей. Это я мимо тебя прошел, так? Точнее, ты мимо меня. Ну не знаю, кто-то пробежал, кто-то что-то. Да, да. Все, окей. Он бот сзади. А он тоже человек какой-то. Это ты был. Еще, наверное, кто-то. Мне еще троих ботов надо загасить, подождать, пока они отрезкуются. Да гаси, они мне не нужны. Я так, железо подсобираю. Ключ надо от ветряной гавани. Не-не-не. А, тут что, типа вообще все мирные, да? Прикол, прикол. Не знаю. Да, блядь, тут еще какой-то бегает в каске первого уровня без броника. Прикольно. Да я тоже без броника бегаю. Капец, прикол. Это ты? Где? Нет, что вот мы втроем. Мы втроем. Да? Да? Прикольно, прикольно. Ну хоть нормально поиграть. Я то, что не зайду, только выйду, меня завалят. Причем это, самое интересное, это как люди гранаты так научились раскидывать, я вообще в офиге. Как научились? Ну когда кидают, тебе под ноги сразу заряжены уже, вот чисто по таймингам посчитали. И она падает с тобой, ты не успеваешь ничего сделать. Она же сразу убивает, я в чистой броне был, меня просто вынесло за секунду. Ну мне так нарезки тут оделал, вот нарезку я беру, но уже катки, уже кидаю гранаты. Реализм, мать. I need backup! А вот и мародер подбежал, ну, человек. Чёрный меня. Бывает, бывает такой, братан. Это ребята, которые взрываются пули, типа разрывные тут есть какие-то при попадании. Дружище, ну давай разбежимся по миру, ну и все.
Thank you.